Всем привет! С вами Артём Сизый. И сегодня к нам в руки попала очередная прекрасная игра «Элиас Россия». Бросайте свои кости на диван. Это настольное шоу. Мы начинаем! Авторы успешной серии игр «Элиас» решили захватить отечественный рынок, выпустив специальное издание «Россия». В этой игре необходимо разъяснять слова, не используя однокоренные. Наконец-то игра про разъяснение добралась до, можно сказать, родины разъяснений. Эй, стой, парень, я не понял, ты что тут сказал? Ты-то мне вообще, а? Я не понял, ты что свою рубашечку тут одел? Ты из тех, кто рубашечки носит, что ли, а? Ну-ка, разъясни ко мне. По сути, это тот же самый всеми любимый Элиас. Только все содержание в игре, все карточки, все правила, все слова, все содержимое пропитаны русским духом. Не догадались только в упаковку с игрой серый хлеб с огурчиком положить. Так бы я за нее вообще душу продал. Вдохновившись подобной модификацией игры Элиас, к нам пришла идея модифицировать подобным образом другую всем знакомую игру. Представляю вашему вниманию шахматы «Россия». Да. Ты что творишь? Да я просто походил чиновником. Тогда я рублю тебя президентом. Для игры необходимо 2 или 4 человека, ну или 3 человека и один с раздвоением личности, как в нашей ситуации. Вряд ли он про нас. Кстати, если вам срочно нужно сочинить несколько русских поп-хитов, то карты из комплекта этой игры вам сильно помогут. Дамский роман. О, дамский роман, неплохо. Да, неплохое дамский начало. Роман. Дамский роман. Ошарашенный кекс. Ошарашенный кекс тоже подходит. Дамский роман, ошарашенный кекс. Потрепанный чукотский трамвай. Не, это уже какой-то шансон будет. Не, это мы откладываем к шансону, конечно. Это прекрасная игра для любой компании. Но, играя с иностранцем, могут возникнуть сложности. И не всегда у иностранца. Ну ты чё, это же был Паттисон, ну! Морозин, Паттисон. Ну это овощ. Или не овощ. Действительно, а что такое Паттисон? Также в комплекте с игрой идет пустая карта. На ней вы можете записать любые недостающие слова, по вашему мнению. Или слова, которые знакомы только среди вашей компании. Кстати, пишите в комментариях слова, которые вы бы написали на пустой карте, чтобы в эту игру было веселее играть. Спасибо за просмотр. Это было настольное шоу. Ставьте лайки, любите настольные игры.